А что здесь происходит? 9-1-1. Неважно. А что вы делаете здесь? Здесь очередной раз молодежное движение «Наши 2.0» проводит акцию. Какую? Акция посвящена дню рождения Владимира Владимировича Путина. А сколько ему лет исполнилось? Вы знаете, что 59, по-моему. Всегда у нас 59. И девушки, 59. Провокация, вы не... А почему заранее поздравляете? А у него завтра день рождения. А заранее же не поздравляю. А он просто за ними потом... В каком городе он родился? Провокация! А как будете поздравлять? Как мы будем поздравлять, как всегда, на высшем уровне, с позитивом, с море улыбок и внутри. А технически будете прыгать, рвать майки? Вы хотите, чтобы мы рвали майки? Это же не культурно. А в Москве считают, это нормально. Это лучше. Кто вам сказал, то, что в Москве считают, это нормально? Я читаю интернет. Может, там какие-то конкурсы, там что-то такое? Они же учатся на факультете журналистики в МГУ. Москва – это не Чебоксар, боится. А в Чебоксарах не будут рвать майки? Нет, не будут. Чебоксары живут культурно. Здесь будут рвать волосы. Чебоксар – культурная столица Поволжья. Здесь все культурные. А почему музыка тогда не патриотическая звучит, а какая-то зарубежная? Вся отечество наше слово. А дальше? Все? А что будете делать после того, как поздравите? И как будете ли отмечать? На ваше положение.